плачь и мать, отдай свою душу! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Я буду вызывать духов 24 часа. Если ты вдруг хочешь получить крутую планшетку от Ирины Ясинской, подписывайся на мой инстаграм, _ Ирина Ясинская. Пиши в комментариях под последним постом «Хочу планшетку!» И, возможно, тебе повезет. Итак, ребята, ну а сегодня я приготовила для вас крутой сюрприз. Мы будем вызывать сейчас, и это видео будет называться «24 часа с демоном Лайороной». Вызываем духов. Погнали! Итак, для того, чтобы призвать дух Лайороны, я трижды повторю: Лайорона, приди. Лайорона, приди, да, вот это все, все. И против часовой стрелки крутим. Лайорона, приди. Лайорона, приди. Лайорона, приди. Итак, ребят, сейчас я буду задавать вопрос, есть здесь кто-нибудь или нет. Здесь кто-нибудь есть? Лайорона, я призывала тебя. Я, Ирина Ясинская. Лайорона, ты здесь? Что это значит? Что это значит? Дым. Че? Короче, ребята, я не понимаю. Планшетка. Она что-то движется. Может быть, это то, что буквы? Погоди, что-то пишет, пишет, это пишет, она пишет. Тебе сказать. Буквы записывай, Дим, быстрее. Ага. Первая буква была И. Д. Д. И. Иди. Иди. Куда идти? Что происходит? Я вообще не понимаю, что значит иди, 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 иди. Ты слышишь? Черт. Твою. Вижу, поближе, поближе, я вижу ее. Вижу, вижу тень ее, тень, тень, тень. Валим, валим, быстро, валим. Успокойся, успокойся. Короче, это просто жесть, ребят. Лайорона из-за шторки выходит. Она что-то говорит, Дим. Она что-то говорит, что-то про душу. Про что-то про душу. Я плачущая мать. Я чую здесь детский запах. Я Лайорона. Мои детки, мои маленькие. Отомщу! Кто меня посмел призвать в этот мир? Все, она исчезла. Ребят, вы видели это? Это просто жесть! Лайорона отсюда вышла из-под вот этой шторки. Она пропала? Нет. Погоди, я слышу ее. Она пошла в другую комнату. Блин, такое ощущение, просто я не знаю, как вам объяснить. Такое ощущение, что она не видит меня и не слышит. Ребят, я как будто бы не завершила обряд. Она вроде бы здесь, но как-то наполовину. Дим! Я, короче, вспомнила, ребят, я недавно лазила по даркнету, по там всякие штучки про вызов духов и все тому подобное. Что? И там, короче, чтобы конкретно пришел дух, нужно, в общем, имитировать то, что ты приносишь какую-то жертву. Короче, ребят, я беру планшетку и типа вот так надрезаю. Ребят, вот теперь моя рука окровавлена, и я принесу кровавый след, как бы в жертву для того, чтобы Лайорона прям пришла сюда. Короче, давайте делаем.
Лайорона, приди, Лайорона, приди, Лайорона, приди. Все, мы оставили кровавый след, и теперь мы сможем увидеть... Вернее, даже уже услышать Лайрона. Слышишь, где? Да, 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 да. Она что-то говорит, то ли шепчет. По-моему, она говорит, отдай мне свою душу. Она говорит, отдай мне свою душу. Она там ходит в детской комнате прямо сейчас. Ребят, вы это видите? Черт, это вообще... Отдай свою душу! Отдай свою душу! Отдай свою душу! Отдай свою душу! Настоящая Лайорона! Я просто в шоке. Главное вовремя перестать, блин, закончить этот сеанс. Мы видим вместе с вами ее. Она постоянно просит, чтобы я ей душу отдала. Отдай свою душу! Я не отдам тебе свою душу! Я не отдам тебе свою душу! Ты уберешься отсюда, в потусторонний мир, в мир теней, в мир смерти, откуда я и призвала тебя. Просто посмотреть на тебя решила. Ах, как мне больно находиться в этом мире. Но я найду в себе силы. Отдай свою душу. Но моей души ты не получишь. Блин, ребят, короче. Она идет сюда, она прямо сейчас зайдет в эту комнату. Коридоре. Да просто жесть. Тихо, короче, у меня есть вариант. Мы сейчас просто здесь тихо спрячемся. Сейчас нафиг вообще под стол залезем. Под стол, ниже садись. Все, все. Чи-чи-чи-чи-чи. Все, ребят, будем за ней наблюдать. Она пришла сюда. Теперь я здесь. Лайорона, покинь это место. Прощай. Я еще вернусь! Ирина, что происходит? Ирина, она вселилась в себя. Черт, она вселилась. Надо срочно удалять эту надпись. Все, я удалил. Иринус. Ирина, что происходит? Что, она вселилась в себя? Что происходит? Ирина, успокойся. Она была внутри меня. Это просто жесть. После того, как я завершил обряд, она превратилась в эту грязь, в эту жижу. Это просто жесть. Это просто пипец. Ребят, короче, если вам понравился мой вызов духов,
духа Лайрона, с которым я провела 24 часа челлендж. Поставьте лайк, напишите комментарий, я вас всех очень люблю. И до новых встреч с новым вызовом духа.